Так, народ, вот это магазин, вот называется «Кредит Азия» в Узбекистане. Адрес: город Ташкент, Якосарайский район, улица Бабура, дом 53. Вот. Выставили они объявление о приеме на работу. Вот, о приеме на работу. Я пришел, написал обращение, заполнил анкету, что я хочу работать, как бы у меня есть опыт продавцом. Вот. Как бы написал им, анкету оставил, вот. Ну, в итоге меня как бы отказали без объяснения. Я написал ходатайство, мне вот пришел ответ, вот такой ответ. В нем написано, что какой-то бренд, поясняю, что Кредит Азия является брендом, а не наименованием организации. Какой-то бренд, то есть ответ на вопрос, по какой причине я не был принят в данную организацию, они мне не сообщили. Вот. Прошу распространить это видео, вот, что нарушает Трудовой кодекс Республики Узбекистан, в том смысле, что как бы не принимают на работу и не сообщают, по каким основаниям. Вот это магазин, вот такой вот, Кредит Азия. Рабочие дни с 9 утра до 21. Якосарайский район, улица Бабура, дом 53. Я гражданин Республики Узбекистан.